Пьяный пилот в Индонезии собирался управлять самолетом и даже прошел контроль перед вылетом в аэропорту Сурабая. Мужчина ставит сумку на ленту сканера, пошатываясь, проходит через рамку металлодетектора. И это состояние не вызывает вопросов у security. Они пропускают его, допускают к рейсу. Даже когда пилот ронял вещи, сотрудники аэропорта помогали ему их собрать. Правда, пассажиры лайнера взбунтовались, отказались лететь с этим пилотом, потому что их возмутили бессвязные высказывания его по громкой связи. Они потребовали заменить экипаж. Самолет должен был лететь из Сурабая в Джакарту, на борту находились 154 пассажира.